пришли поздравить. Это соорганизаторы выставки, люди, которые, компании, которые поддержали нас. Это Казахская национальная академия питания в лице Цоя Игоря Геленовича. Дело в том, что вот эта выставка уже является традиционной. Она проходит второй раз, имеет большое значение, допустим, для формирования вообще здорового образа жизни. Питание является ключевым моментом, который определяет, допустим, и здоровый образ жизни, и наше состояние здоровья. И недавно был принят новый законодательный акт нашей республики, это Кодекс о состоянии здоровья и здравоохранении Республики Казахстан. И там впервые было прописано вот то, что... Наряду со здоровым образом жизни, здоровое питание. Я думаю, что вот с принятием этого нормативного акта как раз-то будет реализовано основное из прав человека, это право его на здоровое и безопасное питание. Это Национальный центр формирования здорового образа жизни в лице Сложневой Татьяны Ивановны. Казахстан среди всех стран постсоветского периода впервые заложил в республике проблему формирования здорового образа жизни. Даже Россия сегодня не имеет структуры, которая бы занималась развитием данного направления на государственном уровне. Это говорит о высоком понимании своего долга перед народом, о переходе на новый путь развития. Это говорит о том, что казахстанцы в своей борьбе за здоровье должны активнее внедрять здоровый образ жизни. И сегодня мы увидим новый виток уровня тех или иных препаратов, которые способствуют оздоровлению населения. Департамент здравоохранения города Алматы и городской центр формирования здорового образа жизни в лице Сулейменовой Гульсары Хметуллаевны. Если мы вместе с вами будем обращать внимание на то, как мы живем, как мы питаемся, как мы следим за собственным здоровьем, то даже в 50-60 мы будем выглядеть и в душе будем выглядеть лет на 25, на 15. И бронзовый спонсор нашей выставки – директор компании MTI Medical Усенова Гаухар Султановна. Здравствуйте, дорогие участники и гости международной специализированной выставки Health Life – здоровый образ жизни. Я хочу еще раз обратить ваше внимание и поздравить всех нас с новым кодексом о здоровье народа и системе здравоохранения. И как раз в унисон этому документу сегодняшнее мероприятие. И, пользуясь случаем, хочу поблагодарить авторов этого законопроекта, Казахскую академию питания, в лице сегодня на этом мероприятии Игоря Геленовича, потому что этот документ принесет нам действительно истинное здоровье. Сегодня на этой площадке именно те производственные компании Казахстана, которые достойны признания и уважения. Это доказательство именно сегодня их трудолюбия и верности здоровому образу жизни. Это форум профессионалов, это обмен опытом, это передача новых знаний для апробации и внедрения в нашу жизнь. И этот выставочный проект, он единственный международный проект. И это проект, где мы можем представить на новом для Казахстана рынке технологии биологически активных добавок пищи, то есть усиливающих здоровое питание. Это уникальная возможность производственным компаниям представить разработки нанотехнологии. Поэтому мне хочется пожелать организаторам этой выставки и поблагодарить их за то, что мы имеем возможность представить свои отечественные бренды, товарные знаки, и пожелать этой выставке ежегодно увеличивать количество участников, представляющих отечественные бренды. И, конечно же, новым отечественным брендам именно сегодня на этой выставке получить старт на мировой рынок. Я приглашаю Цоя Игоря Геленовича и Татьяну Ивановну.
огромная плитка специально под жизнь Сальцабел. Представлена на нашу плитку. Это абсолютно новая продукция, которая сейчас будет начинать своего плитка. В объединенных разных. Так что пожелаем вам успеха. ТО НТА-Геликал за бальзам возрождения в капсулах и растворе. Поздравляю!